День Конституции Российской Федерации в Артеме отметили по-спортивному. 10 команд взрослых участников мерились силами в чемпионате Артемовского городского округа по волейболу. Всего 80 парней. Хотя желающих поиграть было гораздо больше. В основном соревновались артемовские спортсмены, но были и другие участники. У нас есть одна команда «Единой России» с Владивостока, а так основные команды местные. Должны были участвовать еще команда киргизов, но у них ни команда не собралась, но их несколько игроков будут участвовать в наших совместных командах. Соревнования проходили в течение 2 дней. На 2 волейбольных площадках физкультурно-оздоровительного комплекса играли 2 подгруппы по 5 команд. Из-за пандемии коронавируса соревнования давно не проводились, поэтому участники играли энергично и азартно. В это же время подобный чемпионат проходил и во Владивостоке. Уже в следующем году волейболисты смогут развернуться. В планах соревнования разных уровней. Ближайшие состоятся уже весной. У нас на весну намечается очень серьезный турнир. У нас весной будет, в марте месяце, у нас будет уже там открытый, турнир будет. У нас там будут участвовать Хабаровск, Благовещенск и Приморского края команды. Там также будет Камчатка. В марте месяце мы серьезный турнир собираемся проводить. Дальний Восток. Да? Дальний Восток мы собираем по ветеранам только. Луиза Сысоева, Иван Петров, Светлана Нурик. Городские новости, телеканал «Лента».